Спонсор программы – прибор транскраниальной экотерапии BrainW Force IM777, рекомендован для стабилизации давления при мигренях, при снижении потенции либидо, стресса. Успешно способствует похудению, не вызывает побочных эффектов. Дорогие господа, третий раунд. Мужчина такой солидный зашел в ресторан, сел и говорит: «Я прошу вас, пожалуйста, мне принесите французское шато 1745 года, урожай с южного склона. И, пожалуйста, цыпленка поджаренного, слегка, не сильно, с американской птицефермы в штате Техас, который вскормлен только комбикормом». Хорошо, спасибо. Сидит, ждет, ему приносит заказ, он берет вино. Попил, говорит: «Ну что вы, я же просил с южного склона, а вы мне принесли с северного, заберите, пожалуйста». Ему принесли он. Вот это совсем другое дело. Приносят цыпленка. Он цыпленку палец в задницу раз. «Ну что вы, я же просил с фермы из Техаса, а вы мне принесли с фермы с Лос-Анджелеса, и который вообще вскормлен какими-то цитрусовыми, совершенно не то. Пожалуйста, уберите, замените». А за соседним столиком сидит такой бугай, здоровый, с цепями такой, здоровый. Подходит к нему так тихонечко, снимает штаны, поворачивается, говорит: «Слушай, а ну-ка проверь, я детдомовский, кто мои родители?» Оба два, как сказали бы в Одессе, ваших анекдота одинаково замечательно, я одного уровня. Вам, пожалуйста, в фирмы пойдут. Нет, они пойдут в эфир. Они пойдут в эфир просто как повод напомнить, что, господа, если вы не будете пользоваться знать, куда продукцией Heidi Noise, вы будете рассказывать такие же странные, я бы сказал, странные. Вот это самое точное слово, потому что остальное будет более грубее. Странные анекдоты.